потребах. Так, чем же нас порадуют утренние кормилицы в ребятки? Так, беру перчаточки, одеваю и заныриваю в мусорный бак. В надежде на то, чтобы найти там что-то в ребятки. Всем здравствуйте, ставьте обязательно лайк на этот божественный контент. В ребятки. Автомобили не паркуйте возле помоечки, чтоб я мог подъехать к помоечке и разорвать ее в ребятки. Здесь я вижу что-то сочный голяк, это и бытовые бибы, это мне не надо. Мне надо не только еда вот эта тухлая, мне ж надо техника, блядь. Где техника? Так, а это что такое? Посмотрите же, в ребятки какие-то присоски на палочках. Смотрите, присоски на палочках, а ну. Посмотрите. Это зачем такое? Маленькие присоски, большие присоски. Мне и те надо, я все заберу. Подумаю, куда это применить, эти присосочки в ребятки. Так, свежачок выкидывают на Мерсе. Сытная кормилица. Я сегодня, кстати, с Андрюхой, вон он, помахай ручкой. Димы просто нет, он уехал в Питер пока что там по делам, по документам всяким. Смотрим, что у нас в кормилице. Опа, что это выпало? Да это что такое вообще? От какого-то ножа, кстати. Смотрите, какой вынос с хаты. Всякие печенюшечки. Мерси буку. Конфетки. А что с ними? А, так они все, их черви поели, плюс они старые. Нифига, кто-то любил шоколад. Но за шоколадом-то надо следить. Нельзя доводить шоколад до состояния червесъедений. Даже формы, смотрите, пожрали черви. Формы для кексов поели. Мыло-варенье. Мыло-варенье. Возьму вот эту вот книжку, может купят ее. О, техника. Ух ты. На 3 USB-шки блок питания, обалденный. Какая-то монетка. А4, нифига. Это ж Влад Бумага вот этот. О, чехольчик такой странный. Опа, вынос хаты. Блютуз-колонка. На присоске. Акувуе. Что это такое? Акувуе. Это, наверное, в душевую кабину колонка. На присоске. Чтобы под душем музыку слушать. Смотрите, тут кнопки включения на присоске. Первый раз такое вижу. Неплохая кормилица. Так по чуть-чуть там дала, там дала. Это что? Бочерон шоколадки. Тоже просрок. А нет, свежий. Бочерон шоколадки. Ребятки, посмотрите. Какой-то шоколад элитный. А ну. Ой-ой-ой-ой-ой. Одну достану. Да он вообще отличный, прекрасный. С кузюмом шоколад. Нифига, тут вынос хаты прикольный. Вот такое купят, сейчас скоро Новый год. Это вот от меча штучки. Я там находил, от катаны. Так, что тут дальше? О, открытка такая прикольная. Это что такое? О, нифига себе. Вынос хаты. Нифига себе, ребят. А ну, работают? Да, они еще и работают. Кухонные весы, ребят. Обалдеть. О, вот эта штука для кухни. Аптечка, смотрите. Всякие таблетки АЦЦ. Из Икеи там всякие. Ну, таблетки я брать не буду, ребят. Кому они нафиг нужны? Хотя пимофуцин можно взять. Нифига, ножики, ребят, охренеть. Посмотрите, какие топовые ножи. Обалдеть. Не, ну весы кухонные рублей за 200 можно продать. Так, вот этот ножичек вообще шикарный. Капец, качество топовое. А это, о, это Викторинекс фирма. Такой мини-ножичек с собой брать, обалденный. Так, фен такой, ну, бибненький, но пойдет. Равента. Надеюсь, он рабочий. Такой можно рублей за 400 продать. Так, всякая одежда. О, ох. Эти, ребят, духи. Барбери. Посмотрите. Походу, Арик. Барбери духи. Мажоры выкинули. А ну, как пахнет. Запах обалденный. Барбери. Такие духи стоят вот столько. Ребят, я в шоке. Охренеть, у меня азарт просыпается. А, нет, это не вынос. Это тухлое мясо, наполнитель. А нет, вот выносоподобная. Смотрите, какая расчесочка. Паста ореховая. Ну, это нафиг не надо. Это что? Не, думал золото, ребят, капец, если бы это было золото. Так, вот это похоже на серебро, капец как. Ебать, ну конечно. Ребят, вот две пробы. Серебряная цепочка вот такая, посмотрите какая. Блин, вот это я положу в сюрприз-бокс. Вот это может, вдруг золото вот это. Ебать. А ну посмотри. Вроде да.
Это, походу, золото, чувак. Нашел? Да, да, очень похоже. Вроде пробы какие-то, да. Сколько его тут? Я не знаю, грамма 3. Надо в ломбард сейчас ехать. Надеюсь, это реальное золото. Смотрите, тут еще какое-то кольцо серебряное. Да, какая-то проба есть на нем. Я находил золото пару раз в жизни. Дай бог, чтобы это тоже было золото. Золото найти — это просто пипец. Это может быть, вот эта цепочка стоит 1030. Вот тут вот тоже, если это золото, вот это может тоже все-таки тоже быть золото. Но пробы вот нигде не вижу. И сплав, ну видно, какой-то бижутерия. Капец, да, вот найти золото в пакете с наполнителем для лотка, где воняет говнами и какими-то дохлятинами. Охренеть, это же с компотика вишенки, ребятки. Это... Чудом уцелела баночка. Это ж вишенки от компотика. Вот я не понимаю людей, которые выкидывают банки от компота с вишней. То есть, типа, вишню они выпивают, а вишню как можно выкинуть вообще? Там же я находил нож, я сейчас банку вскрою. Вот это, наверное, опаснее, чем помойке рыться, вот такие банки с вишней вскрывать. Ну что, ребятушечки, пробую компотики. Вишенки от компотика. А ну. Да он же свежий компот. Обалдеть, ребят, всем советую. От компота вишни не выкидывайте, кушайте, они очень вкусные. А мы сейчас едем в ломбард. Едем в ломбард, ребятки. Он вот тут справа сейчас будет. Хорошо, я сейчас на помойке нашел цепочку золотую. Ребята, бабки на руках, помоечка золотила, просто жесть. 8500 рублей сейчас заплатили за эту цепочку. Конечно же, ничего я выкупать не буду. 8500 на карман. И просто гуляем. Помоечка золотяет, ребята. Золотяет. Это на самом деле очень супер круто. Потому что на такие бабки я сегодня не рассчитывал. Это супер круто. Теперь буду думать, куда их тратить. Помоечка озолотила. Ой-ой-ой. Ой, моя загородная любимка. Одна из фаворитнейших кормилец. Она держит планочку, ребятки. Вот эта помоечка меня часто радует. Посмотрите. Сразу какие-то New Balance, Nike, да. И тут сковородочка торчит, уже выпирает. Меня ждет, ребятки. Посмотрите, Nike SB. Нифига. Что-то стельки нет, и подошве там, походу, жопа. А какой размер, даже непонятно. Ну, такие с виду неплохие, ребятки. Вот еще New Balance. Касабланка, теннис-клуб, 327 New Balance. Ух ты, прикольные. Но им, посмотрите как. Так, короче, New Balance подубиты, их купят за пару соток. Так, USB-шечки, угу, маски новые, ребят. Видите, я только выехал, пока что коробка пустая. Буду вот так находки просто накидывать. Вот так просто буду накидывать, а в гараже уже переберу. Я вижу там коробочка, походу. От вейпа, ребята, она тяжелая, кстати. Возможно, его там нет, просто документация. Ой, вейп, ребятки. Вейп, обалдеть, какой крутой он. Geek Vape. А что за модель? Geek Vape B60. Походу, чья-то мама запалила шкилу и выкинула вейп для меня. Спасибо. Нифига он какой красивый, ребят, смотрите, с зарядочкой. Не могу открыть, короче, а ну попробуем включить. Нифига он еще работает, 26 ватт. Он работает, он парит, ребят, парит. А ну проверяю. Фу, блядь, гариками, ребят, фу, говно. Но он рабочий полностью, картридж, походу, надо менять. Я его положу в сюрприз-бокс. А картридж у него такой вот прикольный, походу, съемный. Короче, крутой вейп. Ну а что же по цене, ребят? Стоит такой вейп новый вот столько. Ну а мне бесплатно с помойки. Это просто шикардосик. Так, посмотрим, что там еще есть. Потому что помоечка заполнена, и она загородная. Так, еще USB-шечка. Тоже берем. Какая-то тряпка. О, открытка. Тут деньги были. Смотрите. О, блин, ребят, полбутылки жижи как раз для вейпа вот этого. Все, всякие тут ручки, которые... О, маркера мне нужны. Маркера я беру, а все остальное мне не надо. Ништяк. О, не, стоп, там еще ножнички. Вот такие вот тоже купят рублей за 10. Так, вот здесь у нас сковородочка. Сковородочка. О, походу, вынос с кухни. Ну да, смотрите, хрутка, какао-напиточек. Так, здесь у нас что? Ой-ой-ой, нифига себе, сколько всего. Это что такое? По вот этому
этой штуке понимаю, что это скорее... О, это, короче, это увлажнитель воздуха вот такой вот компактный на стол, походу, ставится. Natural Create. Так, здесь еще что это? Вот это что такое? Нифига, какая красота, ребят. Вау. Я это положу в сюрприз-бокс. Очень красиво. Вау. Такие водяные часы. Так там нифига себе, смотрите, солдатики маленькие. О, одноразочка. Одноразка. Фигурка, вот такая пчелка. О, Battleground, PUBG картридж, чтобы играть вот так. Телефон вставляешь и играешь, PUBG. Нифига себе. Что там еще? Короче, этих солдатиков целый пакет. И вот какие-то еще наушники дешевые. Короче, я прям так весь этот пакет забираю. Смотрите, скотч, который мне нужен всегда. Так, палочки зубные. Глицин, это чтоб память была хорошая. Нифига, он до 26-го года, он даже не просрочен. Так, о, градусник целый. Да, градусник с крышечкой тоже возьму. Вот эти миски возьму. Витамин С. Так, а он что, просроченный? До 24-го года не просроченный. Перекись водорода надо. Пакеты мусорные. Смотрите. А это что? Вазелиновое масло? Никогда такое не видел. Но я знал, что есть обычный вазелин, а тут еще и масло. Прикольно. Сковородка, кстати, нормальная. Ее просто помыть, я ее продам. На алюминии не буду сдавать. Ее за рублей 200 купят. Так, все. Что тут еще? Смотрите, такая полочка. О, а в полочке, смотрите, шкатулочка. А, нифига. Это не шкатулка. Это старые часы. Весна. Но их, походу, разломали. Там внутренности часов есть. Но им, походу, смерть. Помянем. Вот от них вот циферблат. Вот это все. Так, что за шарики? А здесь что? О, это для машины какая-то деталь. Металлическая? Охренеть. Ребята, это от какого-то КамАЗа. А что ее выкинули? Она целая. Это какой-то бампер для КамАЗа. Охренеть. Капец, он огромный. Посмотрите. Охренеть, так он целый. Он не гнутый, он из металла. Да его продать можно 5000 по-любому. А зачем его выкинули? Он целенький, вообще не гнутый, ничего. Надо его как-то увозить. Но вы посмотрите, какой коробка длины. Как я это сейчас повезу? Да он может денег стоить. А ну, ребят, вот смотрите, подписан. GV Plate Bar DS16. От какой это машины? Блин, ну это по-любому купят, потому что люди в ДТП постоянно попадают. И бампера у них, это как расходник. Поэтому бампер по-любому можно продать. Он хромированный. Я не понимаю, от какой машины. Короче, я это заберу, потом уже разберусь. Надо сейчас будет как-то ввести его в гараж. Но это уже другая будет история. Может на коробке написано, кстати. Коробка-то от этого бампера. Ай-яй. Нифига, какой конек-горбунок, ребятки. Да он весь ушатанный уже. Ему реально на помойку, блин, пора. Посмотрите, это просто тотальный загруз. Сейчас придется ехать в гараж. Жесть. Я не знаю, как я раньше жил без этого мопеда, ребят. Он просто идеальный. Надо аккумулятор вставить, чтобы с кикстартера заводить. А то лапку эту дрочить уже надоело. Кормилица, вот. Вот она. Видите, вот это кормилица моя. Вот. Это все, что меня кормит. Кормилица. Я видосы снимаю, находки добываю. Игрушки какие. Ля, ты шо? Ой-ой-ой. Да что за сорт такой груш? Красивый кошмар. Буду пробовать. Будем пробовать вот эти игрушки вкусные, ребят. А всем, кто кушает, приятного аппетита. Вот, беру вот такую игрушку. Она такая оранжевенькая, красивая. Охренеть. Они вкуснейшие, капец. Тут гнилая, но тут хорошая. Обалдеть. Это, наверное, домашние груши, потому что в магазине никогда таких не встречал. Неплохенько так перекусил я и ребятки.
Ребятушечки, прямо сейчас мне написал подписчик ВКонтакте и сказал, что у него есть для меня вынос с хаты. Зовут его Альберт Аваков, и прямо сейчас я еду к нему. Он говорит, у тебя есть время до 5, ибо мои родители все это выкинут в помойку. Поэтому надо поспешить и забирать вот этот сочный вынос с хаты. Стоп, а вот эта информация, ребят, для подписчиков моих из Краснодара. Если у вас есть ненужные брендовые вещи, либо техника, и вам жалко это выкидывать на помойку, смело мне пишите ВКонтакте, ссылка в описании. Я с радостью приеду и заберу ваш вынос с хаты. А если есть что-то ценное, то я это выкуплю и сделаю самовывоз, так что готов выехать прямо сейчас. Так что жду от вас сообщений, ссылочка на мою страницу ВКонтакте под этим видео. С доставкой от меня, самовывозом. Едем за выносом с хаты, ребят. Вот это мопед, я понимаю. Так, где-то тут, ребят. Эй, привет. Мы приехали специально на вот этом аппарате, да, грузовом. Шо, пацаны, чё по выносу с хаты? Нифига себе. Нифига, тут сколько всего. О, ашки. А это что, бижутерия всякая. Это убаюкивает прям. Не, ребят, вот это вообще имба. Луи Виттон чехол, такая посуда. Ну, короче, это вы где взяли? Губернский панорама. С помоек это все? Короче, конкуренты, блин, ребят, отдали вынос с хаты. Вот что они нашли в помойках, оказывается, да. Я думал, это их личное, но нет. Это с помоечек у них тут все. На барахолку они возили это все. А что вы, типа, не продали это все? Не возили, это свежее поступление. А что, завязали с помойками? Почему завязал? Работа, учеба. Ну и правильно, нефиг в помойках рыться. Оставь это дело для профессионалов. Это игра настолка? Собери и получи шанс выиграть 1 000 000 рублей. Так, что-то пахнет каким-то обманом. А, нифига. QR-код соберешь и типа, может, выиграешь. Прикольно придумали. А это что? О боже, о боже. Что это? Там глаза, чувак. Ребят, это страшная фигня. Посмотрите, сколько детей. Охренеть. Смотрите глаза, как у настоящего. Мозаики? А, понял, по номерам, короче, бисер выкладываешь. Прикольно. Офигеть. Вообще прикольно. Ага. Ну рассказывайте, что самое ценное с помоек притаскивали? Не помнишь? Скуку нашли. Без рук и ног? И почем продал? Мы не продали, вот человек пользуется. И как? Ребят, подзагрузил мопед, и тут, короче, пацаны говорят, что им даже медь не нужна. Целый чемодан меди пацаны копили на помойках и говорят, забирай, нам не надо. А где у вас тут металлоприемка, далеко? Ну, тут меди 2 кг, тут типа меди, ну точно на 1000 рублей будет. Тут, правда, подсортировать надо. Типа, ну вот это на медь точно не возьму. Ну вообще имба. Самое жесткое, вот мы сейчас почти все загрузили. И пацаны говорят, вот стиралки мы собираемся выкинуть в помойку. Они поломанные. Я говорю, вы что? Куда выкидывать? Стиральные машинки. Пусть и старые, пусть и не рабочие, но блин, это же стиральные машинки. Я их на стриме буду уничтожать. Я буду в них класть кирпич и запускать их. Я буду в них закидывать петарды и взрывать их. Поэтому залетайте ко мне на стримы, ребят. Вся инфа в телеграм-канале. А машинки стиральные надо как-то забирать. Это тоже в помойку? Что это? А, пылесос? Капец, я никогда такого не видел. Самое жесткое, ребят, посмотрите, что они нашли в помойке, эти пацанчики. Я просто в шоке. Угадайте, что это? Ну, напишите ваше мнение по поводу вот этой штуки в комментариях. Что это может быть? Тут еще регулировка есть. Ускорение, вот это все. Вещь так-то не дешевая. Буду сейчас у пацанов вот эту штуку выкупать, потому что это мне надо. А для чего мне это надо? Пишите в комментариях. Так, а ну, что тут у нас? Сразу мыльно-рыльная. Мыльно-рыльная баночка. Опять этот А4, он уже везде. Фишка в фишках. А4. О, какие булочки, булочки. Ой, попадали. Ой, вкусные. Сейчас буду кушать. Ну, такая вот, походу, сладенькая булочка меня сегодня ждет, ребятки.
Да, сладенькая. Вкусненькая, не хватает, ну, что-то чем-то запить вот эту булочку шикарную. Да, на сухую неприятно, сейчас буду водичку искать. Капец у меня габариты, ребят, посмотрите, сколько я коробок нагрузил в мопед. Вот эти идеальные коробки мне очень в гараже пригодятся. Ой-ой-ой-ой-ой. О, вот это дедушке надобно. Вот эти игрушечки надо. Ну красивые, что такие не взять-то, ребят? Выкинули вот такую красоту. Опа, курточка. Курточка мне нужна. Как не взять курточку? Ну она опять дедова, блин, задолбали. Постоянно дедовы куртки вот такие вот выкидывают. Ну заберу, что уж, придется. Ну неплохая такая, мех, фирма, нифига себе. Так это брендовая дорогая куртка. Ноутбук. Точнее, походу, все, что от него осталось. А ну. О, да он в сборе. Нифига себе. Он в сборе, ребят. Пакет Bell. Разбитый экран. Посмотрите, ремонт ноутбуков. Прям визитка приклеенная. И жесткий диск стоит. Насколько? Да что за наклейка такая противная? 320 гигов жесткий диск стоит. Смотрите, его разламывали. Там, скорее всего, в ноутбуке оперативка еще стоит. Не знаю, зачем его разломали, разбили, выкинули. Ну, жалко же было мне, допустим, такой ноут выбрасывать. Посмотрите, в нем даже диск есть. С драйверами. Вообще в идеальном состоянии. Взяли, разбили ноут. Но я его продам на запчасти, ребят. Стоит на Авито такой вот столько, но целый. А в виде запчастей он стоит гораздо дешевле. Ну, кстати, возможно, он даже рабочий, несмотря на битый экран. Его ж можно подключить будет к монитору. Неплохо, неплохо. А еще одного нет там ноутбука. Ух ты, подложка для ламината. Нифига себе, сколько ее, целый рулон. Офигеть, ее ж тоже можно продать. Наверное, я ее заберу. Хотя нафиг она нужна. Пусть останется тем, кому нужнее. Чем порадует вот эта кормилица меня сегодня в ребятке, посмотрим. Так, здесь губка убитая в хлам. Всякие помои, биба-боба, залупа. Так, здесь ничего, кофе пили. Так, всякая хлам. О, сухпайки были, помянем. Так, а здесь что? О, возможно, пицца. Не, нету. О, тут что, вынос хаты? Похоже, пакет с пакетами, это бабушкин вынос. О, тяги Найки, смотрите. Ух ты. Так, убитый в хлам, 38 размер, понятно. Шматковидный вынос убитых шмоток в хлам. Там точно ничего ценного нет в этом пакете. О, а вот здесь, смотрите, кусочки постельного, посуда, походу, какая-то. Вот, друшлаг вот это купят. И куча тарелок всяких разных причем. О, рюкзачок вот такой возьмем. Так, чуть одежды и какие-то книги, не. Чисто вот это еще можно взять. Мчу на помойку, ребят, мчу, лечу, 40 километров в час. На часах 10 утра, и ничто мне не помешает разорвать кормилицы, как гиена. Ой, кормилица. Тяги, какие-то тяги, ребят, ботиночки. Треснутые? Не, не пойдет. Не, ну может кому-то и пойдет, но мне такое не пойдет вообще, ребятки. Кстати, а что за газетка? Какой выпуск? А, то тут кроссворды. Ой, тут кроссворды дешевые, сканворды. Вот, телепрограмма, ребят. Могу вам почитать. Ветром гонимая, гидом любимая. Вспоминая Валентина Юдашкина. Вот. Ну и телепрограмма. Кому интересно, вот, канал Россия-1. В 5 утра утро России, в 9 утра вести местное время. В 9.30 утро России, в 9.55 самом главном ток-шоу. В 11.00 вести, а в 11.30 60 минут ток-шоу. Вот это вот самое интересное. Здесь у нас что? Чуть-чуть дезодоранта. О, Глейд, попшикаем. Чуть-чуть хотя бы пшикнет он, нет? Все выпшикали, блин. Я хотел помоечку освежить, чтобы тут не воняло. Но, кстати, воздух, который с него вылетел, все равно чуть-чуть-то и помоечку освежил. Первый отдел, новый сезон. Сейчас вот утро, ребят, вообще. Я решил выехать на помойку, как на работу. Прям с самого утра. И по логике, да, сейчас люди на работу идут и выкидывают вещи. Сейчас 10 утра, повторяю вот. О, смотрите, какая сумочка. А что это такое? А что в ней такого? Что это там лежит такое? Пояс медицинский, эластичный, компрессионный. Ух ты, новый. Еще вот какая-то штука. Смотрите, та,
Папочка еще и хорошенькая. Я забираю это все. Я положу этот пояс компрессионный в сюрприз-бокс, чтобы мои подписчики имели возможность сделать себе компрессию на поясе. Ой, мой мопедик вообще, ребят, меня радует. Вообще капец. Видите, коробка под находки. Все, полетел дальше. В надежде на вынос хаты. Ой. Где Диме? Где Диме? Где Димечка? Где Диме? Где Диме? Ой. Где Диме? Где Диме? Может быть, там Диме? Или вот там Диме? Нет, Димечка, где Диме? Нету его там. Я не пойму, где это Диме? Где это Джимень? Джимень, где Диме? Где Димечка, где Диме Залутник? Где Диме? Где Диме? О-о-о. Дворники, кстати, работают с утра, но они мне не помеха. Знаете почему? Потому что у меня есть пропуск мусорным баком. Так, Виталик, осуждаю. Это что ж это за Виталик такой, что о нем прям на баке написали? Опа, ребят, смазочка, Durex Play. Да там ее нету, блин, все вымазали на свои жопы. Могли бы мне оставить чуть-чуть в баночке, ведь мне тоже надо смазочку. Я смотрю на этот мусор и теряю зрение. Смотрите, какие толстые шкурки от картошки. Нифига себе люди заелись. Так толсто чистить картошку? Охренеть, столько продуктов пропадает. Я помню, моя бабушка с дедом варили вот эти шкурки от картошки и делали кашу для собаки из них, просто из шкурок. И она хавала, уплетала. Просто шкурки моешь хорошо, чтобы они чистые были, и все, и готовишь. Вон тоже шкурки от капусты. Вы представляете, сколько продуктов пропадает в баках мусорных? Вот рыбья голова. Ой, а что она такая страшная, ребят? Капец, у нее зубы, смотрите, какие клычащие, клыки. Охренеть, какие клыки у нее острые. Ой-ой-ой-ой-ой, охренеть. Язык, смотрите, обалдеть. Не, ну это жесть. Поставлю сюда, не, вот сюда поставлю, чтобы конкурентов отпугивать. Так, есть тут еще что-то? Нифига, букет из медной проволоки и бисера. Свадебный, тяжелый такой. Вот это купят на барахолке. Это вынос какого-то самодельщика. Еще вот бутылка в ракушках с дельфинами. Хотя вдруг там деньги есть. Заберу бутылку. Хотя что ее таскать? Я прям сейчас и узнаю. Может, в ней хранится джин. А ну... Не, не разбить. А, вон там видно, что ничего нету, в ней пусто. О, еще букетик с бисером. Два букетика, прикольно. Подарю это какой-нибудь бомжихе, она мне за это сделает минуэт. Так, а рыба пусть отпугивает конкурентов. Рыбешечка бедная, помянем. Оу, май. Ребят, я вчера на этой помойке нашел ноутбук. Я надеюсь, мне сегодня повезет точно так же. И найдется что-то ценное. С учетом того, что сейчас конкурентов не особо много с утра, по идее, то мне может повезти. О, вынос хаты, ребят. Вынос хаты. Вынос хаты по-любому. Да. Вынос хаты. Бумажки всякие. Ебать. О, это что? Количество в коробке одна штука. Квартальный календарь. А ну, квартальный календарь. Посмотрите. А, 22-й, 23-й год. Да ну, блядь, 23-й год сейчас закончится уже. Куда нахуй его? Арифлейм еще их нету, блин. Да что за грусть-то такая, печаль, тоска. Бубяурить. Это настоящий бубяурить. Ребят, очередное испытание для меня. Смогу ли я вот здесь ехать, интересно? Я не знаю, у меня два колеса. Сзади. Одно спереди. Все, я застрял. Вот и минус трехколесного транспорта. Не везде можно проехать. О! Смог все-таки выехать. Заебись. Кормилицы. Сейчас задеру. Кормилица. Так, пин-код. Я не помню его. Я не помню пин-код, ребят. Не помню. Надо отгадать. Так, судя по кнопочкам, это вот... Так. Я не помню, какой пин-код. О, заебись.
Фу, кто такое, что курил, смотрите. Ну, тут это осуждаю. О, пакет обалденный. Забираю. Пакет такой забираю. Здрасте. Пакет взял себе. Мусоре роюсь. Важно, чтобы тут ничего не разбрасывалось. Да, я знаю. Я, видите, тут в коробке высыпал все. Не на пол, я не сорю. Я собираю, знаете, вещи всякие вон, в мопед складываю на помойках. А тут что? Тут что? О, еда. Какие-то наггетсы куриные с соусом якитори с табриса. Блин, бомжам оставлю. Пусть хавают, кайфуют от жизни. О. Смотрите, какая пакетик хороший. The полотенце. Там должно быть полотенце, но не простое, а the полотенце. The полотенце. Чехол для the полотенца. Что-то по находочкам так бибненько. Ну, посмотрим, что будет дальше. Вот тут сейчас будет кормилица очень знатная. Она часто радует находками. Посмотрите, какая архитектура. И вот она. Ее, правда, забором обнесли, но все равно кормилица открытая и доступная. Ой, сразу он говно. Надристана, вот. Фу, блядь. Надристана. Прям вы нас с хаты взяли, надристали. Полотенце я позабираю, наверное. Фу, надристана. Фу, как воняет. Меня сейчас вырвет собачий кал. Нифига себе. У ребятки. Смотрите, счет записывать. Футбол. Настольный. Так это тема. Я забираю это. Мы будем играть в гараже с пацанами. Помоечка дарит настольный футбол. Кто-то ел, смотрите, Биг Бон. Бутерброд кто-то делал. Он уже засох. USB кабель, походу, нерабочий айфон. Вот это беру вообще тема. Обалденная тема. Ой, неплохие коробочки, ребят. А что у нас тут? Да ничего, одна макулатура, но...